Ну что, всем привет, подписчики. Ну вот, приехал к Димасику. Здорово, Димасик. Наши люди в Голливуде. Все нормально, все говорили, что я Димасика кину. Димасик, не кину. Ни в коем случае, Андрюха. Все нормально. Бизнес прет, работа прет, как говорится, и стройка прет. Ребята, на самом деле, лохи, это вы. Лохи, 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 вы. Вот. А у Димана все нормально, без Рапунцеля жизнь начала расцветать наконец, потому что душила эта сука, я извиняюсь, конечно, но так и было. Димона сейчас все, человек радуется, улыбается и занимается своей жизнью. Я искренне желаю Димону успехов тебе, чтобы все было спасибо, нормально. Спасибо, спасибо. Я уверен, что все будет нормально. Так что, кто не верил в Диму, сосать-ка!